Здравствуйте, меня зовут Наталья Фатиева, и я актриса из Питера. Достаточно давно уже закончила двухгодичные курсы актерского мастерства при Государственном театре в городе Нижневартовск. Мастерская граф Тамары Константиновны. Знаете, когда я вчера видела вас с моим мужем на пристани, на вас были дорогие браслеты и кольца. Так что нечего строить из себя невинного барашка. Я последний раз спрашиваю, вы вернете мне вещи? Идем, идем. Солонина. Солонина, ну, жрачка, товарищи. Зоя, у меня солонина свежая. Держи. Смотри, не дорвись. У людей отбирать. Прошу тебя. Пожалуйста, детки, ведь. Пожалуйста. Отходим, граждане, отходим. Не мешаем. А можно мне улитку с корицей? Вы знаете, я передумала. А можно мне просто воды? Вот сколько раз я тебя просила не стучать так много и громко днем. Ну ты же помнишь, что к нам уже целых 3 раза приходили соседи на тебя жаловаться? О, горе ты моя муковая. Ну, давай мы с тобой немножко отдохнем, ладно? Угу. Чай попей, я тебе там шоколадку купила в холодильник. Угу. Давай. А потом уже будешь стучать. Ой. Опять? А Светка все гуляет? Даже не знаю. Она как с этой Танькой связалась, то дома вообще не появляется. А если появляется, то спрячется в свою комнату, и не видно ее. Явилась Гулёна. Наум! Дорогой, можно мне войти? Расположиться и по-детски заплакать о несбывшихся мечтах. Если бы не трусить и плюнуть в пропасть! Не стыдно. Стыдно этой мысли.